О, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что происходит, нахуй? Короче, блядь, смотри, блядь. Ты аддоны ставил какие-нибудь? Да, так я ж тебе скинул, как у меня этот выглядит теперь. Игра. Это я хуй знаю, это сейчас как у меня, блядь, будет выглядеть. Смотри просто, сколько тут аддонов. Зришь стрим? Сейчас. Ой, нихуя. Ебать, тебя лагает. Ну, это стрим, наверное. Давай. Стрим, наверное. О, смотри, нихуя. Просто, Нормально. ебать, просто нахуй. Ну, это DPS Mad Big Vix там, блядь, 1000 папок. И чё, зайди в игру, как выглядит. Сейчас позырим, блядь. Так. Я, блядь, даже чай не допил еще, сука. Пиздец. А меня, короче, отчислить хотят из колледжа. Экономику не могу сдать, там устный экзамен, блядь. А что там надо в среду, рассказывать? В среду последний день. Сейчас скажу. У меня где-то было в тетради все записано. Мне, короче, осталось доздать темы. Сейчас. Ну вот амортизация я точно помню. Потом... коммуникации, коммерческие и некоммерческие, виды стоимости ОПФ и производственный запас. Вот. Ты шаришь? Хуйня какая-то, блядь. Поебень. Ёбаный рот, что я скачал? Сука, вот это, во-первых, мне не надо, блядь. О, вот это что, это DPS Meter, да? На, нахуй, сюда. Это что за хуйня? Right click to change the mode, блядь. Ёбаный рот. Это что за хуйня? Это моя мана, блядь. Так, это не двигается нихуя. Почему, блядь, не двигается? Бля, ебануться нахуй. Я, конечно, все понимаю, блядь. Где там? А где move anything, блядь? Сука. Так, дам... Вот это что за хуйня вообще? Ёбаный в рот. Я вообще не понимаю, что это такое, блядь. Вот. Options, нахуй. Что это такое? General Options, нахуй. Я даже не знаю, что это такое, блядь. Scale, Flame, блять, Reset, Rate, Slit. Это, походу, угроза метр, блять. Давай. Сюда, ну да. Допустим. Я вон трансляцию свою включил, можешь посмотреть. Бать, как у меня выглядит. Все мелкое. Мне надо, короче, вот эти рамочки, почему не такие? Нажми Escape, потом настройки видео, и там масштаб интерфейса, нажми галочку и... Escale и, короче, на единицу. Увеличить, вот, видишь, короче. Он в центре. Да-да, галочку, и вот на единицу. Все, нажми ОК. Ёбан. Ну, а отдельно мне, чтобы менять, допустим, вот это я хочу, чтобы побольше было. Ты ебать, настройки. О, я не знаю. Ладно, похуй. Зайди, посмотри, как у меня выглядит интерфейс. Ну-ка. Стрим. На стриме я смотрю стрим, нахуй. Да я понял, ну это диабловская какая-то хуйня. Нет, это из третьего Warcraft. А, Warcraft. Панель. Неплохо. У меня здесь и показывается spell power, heal power и атака. И армор показывается. Кстати, и вообще, мне ебать, нравится. Прикольно. Вот это прикольно, да, что карта снизу, сверху не бьет мозг. И еще вот кастомные тут есть. Вот андеды, ночные эльфы. Вот, вот андеды тематика, вот ночных эльфов тематика. Не, ну люди. Прикольно. Надо ну будет... и кастомные можно свои поставить. Ты мне его скинь потом, может я его себе ебану, блядь. Да, а ты... я тебе ВК скинул. А, ну ладно. Вот, еще, короче, вот тут бэкпак есть, можно предметы, короче, ну, хавчик поставить. И слева еще вот здесь можно три маленьких этих поставить, там, камушек, допустим. Ага. Вот. В общем, прикольно. Короче, ладно, а у меня тут что, нахуй, это выкинуть? А у меня, смотри, у меня, блядь, статы, видишь, какие охуенные, блядь? Вы... А, ну это как в этом, как на Сирусе. Да. Да, так-то тут дохуя чего, блядь. Welcome... Туду таймер, блядь. А мне похуй. А, таймер, да иди нахуй. Куда его брать, блядь? Сюда нахуй. Так, вон вокруг карты куча хуеты всякой. Big Vix. Вот это что такое? А, это дебугер какой-то, блядь. А это что?
Рецепт Радар, блядь. Квести. Ну-ка, вот если я карту открою. А где квесты? Почему они не отображаются на карте? И у нас ничего а ты нет. Квесты взял? Ну, какие-то должны быть. Так, шо? Ну, вон, открой квесты, посмотри. Вот, настройки квести.ру. Так, масштаб карты мира. Не понял. Отчетливые цвета. Не знаю. Задание профессии. Хуй знает. Значки на миникарте. Опа. Вот это. Рамка трекера. Хуй знает, что это такое. Уровень. Версия. Размер. Ладно. Кнопка на миникарте есть. Готово, короче. Ну-ка. Все равно один хуй ничего нет на карте. А че, блять? А квесты открой. Квест. И нажми отслеживать. У тебя вообще ебать, даже таких кнопок нету. Нет. У меня вот трек квест. А че это? Сквиллер. Я не знаю, я вот. Я же тебе скидывал аддон, который вот прям на все квесты. Ты мне какой-то другой скидывал, как он там ну называется? Да. PF квест. У меня прям показываются вот на карте и точки, где можно мобов убить, и показывается оптимальный маршрут выполнения квеста. Не, что-то просто, блядь, что-то это самое. Вон, зайди посмотреть, он вот как у меня выглядит. Да он что-то перезагрузку интерфейса, наверное, хочет, нахуй. Ну-ка, да, перезагрузим, блядь. Что там, выход из игры надо? Не подожди, выйти. Он выйти, на выбор персонажа выйти. Во, видишь, просто... как у меня? А, ну, у меня еще газерер, он у меня просто вышел, сука. Ну да, ты вышел из игры же. Так, так, закрепить на панели задач. Да, закрепим. Куда-нибудь вот сюда. Ёбаный, опять пароль. Ой, блядь, ещё этот... Так, ну давай, блядь. Хули квести не работает? Он же должен работать. Ну, ты, возможно, не для той версии скачал. Все для 1.12 там. Ну, скачал. Тогда не знаю. Какая еще может версия? Ну, я буду тебя вести по квестам, тогда буду говорить тебе, что сделать. Ну, кого ладно, убить. Короче, надо посмотреть немножко еще поиграть. Я вышел сейчас с игры, типа я исчез из группы. Нет, ты еще в группе. Что-то интерфейс, аддон, что-то там, блядь. Сбор трофеев изменен на свободный. Так, а нам надо создать новое окно чата, да? Создать. Чат назвать, нахуй. И убрать оттуда всякое говно, блядь. Вот эти все каналы обоссаны. Где эта хуйня? А как? А. Сказать, крик, гильдия, лично. Вот, создать. Правой кнопкой мыши на общий, и там создать новое окно. И там я уже создал. Фильтры снизу. Я создал. Надо вот, вот эту всю хуйню, что это? Удары монстра, блядь. Ой, блядь. Pets damage spells, блядь. Ладно, похуй. Ну тут главное вот этих нету, главных. Не, вот это что пишет? А, хардкоры, это гильдия наша пишет, типа, вот эти. Ну, это режим, вот этот наш. Это чат, ну, типа, как гильдия это или что, блядь, хуй пойми. Нет, мы можем вступить в гильдию. То, что вот у нас над головой Steel Alive, это, во-первых, этот... как эта хуйня называется? Тайтл. Ну, короче, мы можем в гильдию вступить еще. Это чат просто, чтобы, допустим, ты хочешь найти, кто там, не знаю, купить зелье, например. Тут же нет аукциона. Или, допустим, пати собрать там в подземелье. Так, сейчас я, блядь, чатик себе вот. Подумеешь. А чё он, блядь, заебал? Где он там, блядь? А он чё, он будет как-то уменьшаться? А, вот нахуй. Вот так его уменьшить немножко, блядь. Пойдёт, блядь. Так. Нахуй, ну-ка что-нибудь пиздану. С нахуй. Нельзя, по-моему, говорить нельзя до 10-го. Ебаный рот.
Ладно. Но Так. это чтобы этих голдселлеров не было. Так, ну дэмэдж, да, надо уменьшать, нахуй. Сука. Полоска моей маны, блин. Нахуй нам не нужна, да? Пускай где-нибудь вот. Так, вот эта полоска с чатами, блин. Ёбаный рот, ебанешься. Конечно, интерфейс тот привычный, а тут, блядь, другие аддоны, блядь. Так, где там MSBT мне надо? Так, интерфейс. Где тут урон цели есть? Это хуйня, не? Урон цели это чё? Урон цифры вот эти ебаные. Же MSBT. Здоровье просто... противника? Нет. Эти, блядь. Не, надо кого-то попиздить. Пошли. Кого-нибудь ебаный. Давай по квесту. На, вот прямо. Чтобы посмотреть, как у меня урон отображается. Вот. Где мои бафы, блядь? Шу, у меня бафа нету. Ну а нахуй. Интерфейс, аддонс, луна, юнит фреймс, модулс, плеер, блядь. Attempt to index, global druid, mana leap. Чё, у тебя ошибка выдалась? Какая-то хуйня. Вот, давай мобайл. А я тебе говорил, блядь, скачивай, блядь, с проверенного сайта. Понакачал какой-то фигни. А, ну вот. Бать тут разброской. Не, ну прикольно показывает. Я хоть вижу теперь урон по себе нормальный, а там не было. А что мы делаем? Нам, короче, нужно убить быков. И помнишь, там такой, это типа, босс локации был, вепри. Вот его надо, короче, уебать теперь. А, это которого мы отпиздили 100 хп у которого. Да, у которого 100 хп. Ну, все, и в вепре надо, короче. Нужно шкуры и фленк. Давай этих двух пидоров, наверное, отпиздим, блин. Ребра. Ой, блядь, кастбара своего не вижу. Где он? Не знаю, я жму Ctrl-V, и у меня как бы полоски здоровья над головами у всех. Не, ну у меня эти ошибки заебут меня, нахуй. Вот это лунный... Где-то там в интерфейсе нету, блядь? Подожди, не убегай. Где эта хуйня ошибки? Может, там есть где-то отключить автопокачивание? Ну, может, есть. Доп. Параметры, может, тут. Фильтр навязчивой рекламы, блядь. Облачки приобщения, пауза, тревога. Блядь. Отключение интерфейса. Отрицательные эффекты, блядь. Положительные эффекты, цель цели, блядь. Так, ну эту хуйню я, наверное, сука. Фиксация, блок. Визитировать мышь, автоугол, покачивание, блядь. Может, подсказки, нахуй. Там нужно дополнительный аддон докачать, по-моему, чтобы убрать эти проблемы. Ну, не знаю, я вот скачивал с сайта официального, где все аддоны есть. И у меня никаких ошибок нету. А если есть какие-то ошибки, максимум в чате что-то пишет. Ладно, сейчас погоди, короче. Че это надо мне сеанс завершить? Стой, не пизди, мобов. Завершить сеанс? Окей, окей. Давай этого пиздим. Потому что я при каждом ударе, нахуй, у меня выскакивает эта ебаная хуйня. Сейчас лунный юнит фрейм отключу, и что будет, позырим. Блять. Дэмэдж. Сука. Так, ну где это ебаная луна юнит фреймс, нахуй? Так. Где она, ебаный рот? Так. А, вот она. Луна юнит фрейм. Пошел в жопу. Ну-ка. Тупо один аддон отключил. Сейчас позырим. Ну вот это фрейм, вот эти полоски такие красивенькие, блин. Понятно. А у тебя полоски беспонтовые, ну старые, типа вот эти, да? Угу. Не, ну вот... А я на эти полоски не смотрю, я жму Ctrl-V,
Все полоски здоровья у меня над противниками и над союзниками. Я вот на это смотрю. А в интерфейсе свой... нет этой хуйни. Какой? Вот эту хуйню включить полоски, типа. Ctrl-V, нажми просто и не, все. Не, а мне надо не все, а мне надо только против. Просто V. Ну-ка, V. А у меня V на биндина, блядь. А ну, значит, ты убрал. Там была кнопка показывать здоровье врагов. Короче, ну вот, так, давай поатакуем. Будет так вот, кастбар у меня обычный. О, теперь никаких ошибок нету, нахуй, вообще красавчик. Нифига, ты там скачал на иконку своему персонажу дракона. Да, я дракон. У тебя, скорее всего, из-за этого вот этот мун, он лагает. А, может быть. Ты же скачал как бы аддоны, которые, ну, оба же влияют на иконку. Конфликтуют, короче. Да, может из-за этого. Ладно, похуй. Пока так побегаем. Ну, у меня нормально, у меня прям, блядь, вон со шкурой показывает, что с мобов там, блядь, падает. Не, сейчас вообще кайфово. В смысле показывает? Ты типа наводишься и там показывает? Показывает, ну, уровень... О, а, то, что со шкурой. Ну, какую-то хуйню лутанул квест. Блядь, и за квест, квест, чё, квест.ру, вот этот, это вот эта хуйня, которую ты скачал, вместо PF-квест, тебе ошибку выдает. Ну это я когда лутал эту хуйню. Я мы жил. Не знаю, так у меня тоже показывает. У меня нет никаких аддонов, у меня тоже показывает, что шкура есть. Ну какой-то все равно есть аддон. Я, кстати, дошел до Thunder Bluff. И получается, вот в следующем поселении, вот там можно, короче, шкуродера прокачать. Вот, а алхимия, вот это кожевничество, все с 5 уровня. Я вот до туда пешочком дошел. Накидку себе взял бесплатно. Ебать, что это такое? War Stomp. И у меня пишет перезарядка, когда 2 минуты, когда рамочку навожу, а тут 2% день, М. Точка, нахуй. Кринж, нахуй. Накачал, накачал всякой фигни. Да прикольно, блин. Блядь, а куда мы идем? Слушай, а нет, нам сюда, сюда, сюда. О, этих надо просто убить. Все, значит, идем до квестового босса. А нет, нихуя, с них что-то должно выпасть. Залутал медь. Ебать, мы тут второй раз уже. Я уже хочу медведем быть, нахуй. Черным, блядь. Медведем? На 10 уровне нужно квестовую цепочку еще пройти. Здесь, на этой цепочке, тут на все есть, облики, да? Кроме кошки, надо квестовые цепочки. И еще бревна тоже в талантах там. Вот, 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 вот этого чё? Просто убил, засчитало. А того не засчитало. Блядь, что за хуйня? Так, давай пизды кому не дадим, блядь. Чё на меня пиздит? Блядь? Так, тебе вот этого засчитало, а мне не засчитало. Ебать, это нам нужно убить в 2 раза больше мобу? Да похуй. Нихуя. Нет. Хуй-пух. Я вчера в Mass Effect поиграл часть. И этого мне не засчитало, а тебе засчитало. Чё за хуйня? Чё, как Mass Effect? Ну, прикольно, блядь. Я там вначале не разобрался, блядь, как пиздеть. Там, оказывается, на пробел... А, вот чё мне не засчитало. Ты из моей группы ливнул, блядь. Я думаю, чё за хуйня? Сколько у тебя сейчас опыта? У меня 717. У меня 684, нихуя ты меня обгоняешь. А ну это потому что... В Тандербласе, не... наверное, получил опыт. Да нихуя, там, блядь, чуть ли не поединчики давали. Бать кринж. Это вот сейчас ты спать моей ливнул, но убивал мобов. Что за фигня? 6. Я ж вижу, просто убить. Так. Шо там, блядь? Пизды дадим. Ну, просто суровый медведь, блядь. А, нахуй. Шо это я? Красная хуйня какая-то. Та атака, что ли? Ну, прикольно стало. Так, нам, по-моему, не сюда. Давай какой-нибудь пизды дадим, блядь. Типам этим.
Вон челик еще, блядь. Пизды дадим. И шамана согрел. Черт. О, ну хоть этот Monfire может накладывать несколько штук. Чуть не отпиздили меня, блядь. Так, нам не сюда, нам нужно, короче, это, обойти и вот налево пойти. Ну, там что-то наверх куда-то. Да. Прикинь, мы просто пизды где-нибудь получим там на 20 уровне, нахуй. Да, возможно, в степях мы опиздюлимся, потому что, ну, где еще качаться? Мы можем пойти либо, получается, в степи, либо в этот серебряный лес, серебряный бор. Но там Аругал бегает. Вот, если Аругала встретим, он нас, скорее всего, догонит и убьет. Я посмотрел, короче, тут есть логи, типа, самых опасных мобов. И, короче, самый опасный моб находится в этом Вестфоле. Это вот эта локация у Альянса. Вот. Он там что-то 2000 игроков убил. Челики хардкор делали. Ну да. Все, вот нам в тот домик. Да не, надо просто на зеленых мобах качаться, нахуй. Да, нафига, вот мы и желтых разносим. Желтых, но не красных. Но мы же вдвоем в два раза больше убиваем. Так, стоит, да, петушара. Нет, это не босс. Шаман какой-то. Что он стоит? Ну ладно. Так, вот здесь должен босс появиться. Кто хуйню лутанул? А, это яблоко. Так, встану в кастрюлю, нахуй. Смотри, хорош. Я копыта кипячу, ебаю. О, блядь, челик пошел на подмогу. Сука. В спину, нахуй. Ну шо там, блядь, петушня будет резаться, нет? Может, что-нибудь спиздить можно? Нихуя тут, нихуя нету. Сука. Помнишь, надо челик... было аддон на свет поставить. Да похуй. Помнишь, челик там в клетке сидел вот в такой, нахуй? Такой, да. Смотрит, быки такие бегают, нахуй, хохочут над ним, нахуй. Думает, ёбаный рот, куда я попал, нахуй? Шо, блядь, кому пизды дать? Я там челика сагрил, короче. Тупо с палки, нахуй. Что-то не. Ну нам шаманов еще нужно двух убить. Шаман нашел. Дальнего пищу. О, нифига, резистит. Он челик. Блин, маны нету. Эй, босса нет все еще. Сейчас появится три тела, сразу пизды дадут. Вон, залази на будку. Ёбаный в рот. Ясен. Сверху, как ассасин. Вот этого типа и будем. Подойдет он к нам, нет? Нихуя, смотри, лезет. Просто замес на крыше, нахуй. Так, там челики спавнились. Внизу смотри, сколько их, нахуй. Дохуя вот этого, давай пиздим. Сейчас бы мы на босса пошли, и нам бы пизды дали. Окружили бы демоны. Мы бы тут обрыгались. Хардкор бы закончился. Так. Опа. Что будем делать, если кто-то из нас умрет? Все, хуй забивать. Мы лохи, оба? Получается. Ну да.
А хули зачем играть еще, если мы хардкор выбрали? Надо же не Тоже сдох. верно. Надо максимально аккуратно быть, там похуй. Ну мы ж типа для награды это делаем. Звание, маунт, ебать. Деньги, деньги. Там, кстати, еще режим есть после 60-го. Там на 55-м уровне квест появляется. И, короче, если ты его сдашь, то после 60-го ХК продолжается. Типа ты уже в рейды ходишь так же. Если умрешь, то все. Мне кажется, это полная хуйня. Ну, есть гильдии, которые ходят так. Что, это босс? Да. Мана нет, брат. Я его отпизжу. Опа, а, с него голова подбирай. А ты лутанул? Да, ты тоже. Все. Все, уходим отсюда. Вы все тут точно сделали? Да, ну, нам надо, короче, с кабанов 8 этих врагов. Но и... Это не с этих, там. Да? С других. Нет, с любых кабанов. Что-то у меня и нет. Вон шаман, короче, еще одного убить надо. Блять, он же рейндж. Я, короче, танчу. Тебя хильнул, ебать. Хорош, хорош. Вот, мы шаманов ебанули. Вон на выход можно идти. Там еще кабан. Сейчас бы нихуя фамильный шмот как зарешал, да? Ну да, то тут нет фамилик. Это знаю. Прикинь, если бы у нас были, все бы, ну, не видели, что у нас есть, и мы бы всем пизды давали. Ну да. Чисто такие два терминатора, нахуй. Я хочу до Марадона дойти. Люблю Марадон. Так. О, это квестовый босс, ебать. Нихуя. Это босс? Да, это босс, вот это. Нихуя, смотри, что мне пизды не дали. О, мы его отпиздили. С него шкура падает, все. Он там пидор какой-то, давай его отпиздили. Все, теперь можем уходить отсюда. Ну ладно, давай. Марадон. Это там, где раскопками занимаются, и еще эти боги? Ахуй, нет, это Ульдаман. А. Шум. Зашли в какую-то пещеру. О, смотри, бумага, ебаная, на полу. О, нихуя, бумага. Читай. Ну, что-то нарисовано. Это карта, брат, сокровищ. А, ты уже украл. Что там было? Предмет начинает квест, нахуй. А что, ну давай, а ждать, наверное, надо или что ее, блядь? Щит. Ну, возьми, я вот, тут появилась такая же. И а, я ну тоже все. Возьму. Нихуя ты заметил? Вот я вообще, типа, слепой. Ну, типа, нихуя. Мы в пещеру зашли, надо же смотреть, блядь. Ну да. В натуре, типа, не зря вот ты говорил, что, типа, блядь, ебать. Так, все, нам осталось только кабанчиков отсюда. Да. Ну, мы это, на выходе там уже где-то поубиваем. Кабаны что-то хуёво идут, блядь. Мне кажется, мы пока их искать будем, уже апнем левел, блядь. Кабаны нет. Так кабаны на входе были, а здесь типа эти кабаны на двух ногах. Свиньи, блин. Свинорылы, свиношкуры, ну как там, блин, иглошкуры, блин. Да. На, блин, в спину. Просто по 17 с посоха рублю. Ну да, 16-20 ДПС. А так спит 3-5. Что-то мне дамаж не показывает, ну хули, блин. Ну, у меня вот этот интерфейс, вот этот, который у меня снизу, у меня тут, я могу настроить панельки, у меня вот показывает, что дама урон с палки средний. Ну и просто я, когда заклинание использую или автоатаки наношу, у меня цифры всплывают. Блять, куда идти? Хуй знает. Я по карте не могу сориентироваться, короче. Просто пиздим всех, нахуй. Тоже верно. Нихуя, 22 гнева крутанул. Хорош. Просто монстр, ебать. Два медных, нахуй, с моба. Жестко. Наверное, вот... А куда мы идем, нахуй? Не знаю. На выход.
Просто карту в пещере заметил. А такой хуйни в игре дохуя. Ну да. Или что ты лутаешь? Ой, какую-то хуйню лутанул. И в начале боя накладывай лунный, чтобы протикивал немножко. Ну, пока что как совы, типа. Быки, но совы. Наверное. Я понял. Да ману тратить лишний раз. Там. Там вот, что, там 7-9 рун? Нам достаточно что, вот один гнев и лунный, и все, и дальше в мили идешь. Я решил. А, ну так, ну тоже верно на самом деле. Все, мы почти вышли отсюда. Ну так-то да, это поэкономнее будет, конечно. О, перчатки выпали. И пиздишь с палки. Я автоатаку обычно убираю с панели, я чисто мышкой тыкаю, чтобы правой кнопкой по лобу и все. Кабан. О. Вот, не знаю, что тебе рассказать. Болею, короче. Вот. Чем болею, фиг его знает. Симптомы. Умираю. Как мне осталось? Простуда или что? Да нет, да, я не... Сложно объяснить. Я вот, короче... Какую-то хуйню лутанул. А, это меч. Вот начинаю, короче, бежать, например. Вот пару метров пробегаю, и вот мне становится плохо. И, короче, это боли в груди. И вообще у меня часто слабость. Вот днем, ночью сплю. Вот. Ничего это. Че, сколько мне осталось жить? Знает. Так тебе к врачу надо идти и спрашивать. Врач. Это да. А куда мы пришли, блядь? В эту пещеру опять? Вот, вот выход, да. Вот выход. А, не знаю. Я думал, мы в ту пещеру пришли, блин. Вон челики собирают на английском. Это что там? BFD, Black Phantom Deep. Это, короче, знаешь, инство в ясеневом лесу такой. Ага. Там эти подводная хуйня. О, тут нормально. Еще... Вот с этих мобов сыпется, а с тех не сыпется, вот с этих заебись. Ну, я с тех просто уже все подобрал, я квест выполнил. А у меня только нахуй. 3 из 8, блин. Ну, ну вот, нормально, о, сейчас кабанчика побьем. 4 из 8, хорош. Нихуя, ты видал, челик подорвал. Вот, хорн. Держи баф, брат. А, он... Трорн. Баф. Трорн. Трорн. Жесткий челик. Месим его, ебаный. Я смотрел трэш-обзор. Там челик... Эти... Как они называются? Неудержимых обозревал, короче. И говорит, угу. Там Стэтхэм в Сталлоне такой говорит, мы вместе месили дерьмо. Говорит, ебать. Говорит, вместе месили дерьмо. Говорит. Сука, ладно. Дерьмо месили они. Блин, это так же смешно для тебя, как для меня то, что я сегодня в туалет пошел, а там, типа, от кнопки до пола все обосрано. Ебать. Вот, я ебу, я зашел, и мне стало так смешно, что я начинаю смеяться и буквально с ног падаю просто. Так, 7 из 8, еще одного. Ты либо на говне подскользнулся, кому как. Там да, вообще пиздец, ну типа, я не знаю. А знаешь, что самое страшное среди всего этого? У нас уборщицы, блядь, моют одной тряпкой и туалет, и кухню. Ёбаный. Вот. Я могу тебе скинуть видос ВКонтакте, как, короче, техничка берет половую тряпку и ей еще этот, блядь, протирает стол и плиты, на которых готовят. Я вообще охуел. Ну, с одной стороны, мне очень смешно от этого, потому что я понимаю, что, блядь, вот сейчас... Придет техничка, это будет все мыть, а потом кухню будет мыть этой же тряпкой. Угу. Это вообще пиздец.
Никто не выкупил эту шутку, когда я ее всем рассказал. Они такие, ну и чё? Они не в курсе, наверное, что, блядь, у нас вот так вот. О, кто-то умер. А что-то, блядь, все-таки понять не могу, почему у меня нет бжеса квесты, блядь. Нихуя, чел на 59 уровне умер. Ну, может, он не хардкорный. Нет, хардкорный, вон везде пишут. О, смотри. Shift click a quest to add or remove it from the tracker. Ага, ага. Так. А он. Ладно, похуй, это завершенный. Counter-click to add your current status to chat frame. Хуй знает. Так, и что там еще? Чат фрейм это линкануй в чат. Clear tra. Ладно, похуй. Так, сдаем всю эту хуйню. Ой, бля, инвентарь заполнен. Так, что мы выбираем? Нихуя, левел. У тебя есть левел? Еще нету. Да, у меня, блядь, все слоты забиты. Сейчас я продам. Так. Спина. О. Надо смотреть, что продать дороже будет. Пушка или... Я думаю, оружие дороже будет стоить. Тут, видишь, цена не указывается. Ну, короче, кольчуга дорого стоит и оружие чаще всего. Вот теперь уровень есть. Так, а где еще квесты у нас? Так, надо... Сейчас скажу, сейчас я все сдам. О, наконец-то на грудак. Часть квеста. Так, это медная. А, 10, 16 медных стоит. Меч продать, нахуй. Вот здесь еще в этом, в большом здании можно квест сдать. Так, на этот, на баклер. Так, ну у меня 46 брони. Так, это 34. Тоже слабее броня. Так, накидочка. Так, тапки. Вот тапок вообще не было. Пояс. Так, 19. Тут 23, но это получше будет. И перчи. Перчи не было вообще хорош. Так, продать эту хуйню все. 5 серебра, 33 меди. Где ты говоришь? Вон в главном здании. Последний квест, и все, здесь больше нету. А где квест? Нам останется один квест сдать в Blood Village. В следующем поселении. А-а-а. Ты там как раз прокачаешь этот. Снятие шкур. И вот раз мы на пятом, тут еще шкуродера можешь прокачать. А алхимия только в Thunder Bluff качается. Так, ну можно щит продать, если еще будет щит продан. Сколько у тебя серебра? У меня 4 серебряных. Бачка, мало у тебя. А у тебя? 5 и 33. Богач, богач. 5 и 48 медных, нахуй. Вообще, блин, миллиардер. Ну я потому что это, типа, одежду свою продал. Вот, и голым платит меньше. Не, я уже суровый бык, смотри, нахуй. Просто в штанах, нахуй. Хорош. Так я тоже в штанах. Так, и смотри, у меня еще накидка на спине, нахуй. А у тебя есть? А у тебя такая. У меня тоже есть. А вот зато у тебя нету этого гербовой накидки. Да нахуй вам нужна. Ну, она белая. А еще она бесплатная. А, где ее взять? В столице. А, бесплатная? А как так? Там прям Ну, в классике бесплатно было. Но она, видишь, она у меня пустая, потому что у меня нет гильдии. Что, давай вот этого отпиздим, блядь. Что за хуйня? Ну, нахуй. Со шкурой. Тут, кстати, 3 квеста сейчас будет. А кто для нам... 10 уровня, для 7-го. А? Присоединиться, играть, а не типа до нас докачиваться будут, как на хардкоре или как? Ну, тоже на хардкоре, но это... Она будет, короче, андеда жреца делать, я с ней побегаю какое-то время. Вот чтобы мы в степях встретились. Но вряд ли мы сегодня до степей дойдем. Вот, ну мы докачаемся до степей, а потом я ее просто позову, и там уже будем квесты вместе делать. Ну потому что я не знаю, где еще делать. Можно, конечно, пойти в этот Серебряный Бор, нет, но нас там Аругал отпиздит.
Не-не, степи самая заебись. Вот это начальная, тут надо апаться до 12-го, наверное, где-то. Прям до упора хуярить. Где мы сейчас? Ну, во всех начальных. До 12 мы не докачаемся. И то, что Докачаемся. не докачаемся. Вы должны по-любому. На мобах можно. Нет. Ну, на мобах может быть, но вот. Просто в степях нам, ну, да хотя бы, я не знаю, 10-й надо. Потому что нам пизды дадут в степях. В степях надо как минимум на 10-м, на 11-м. Может, квесты в этом сделать, в Дуратаре. Ну, я Ну вот, за понял. андедов я делал квесты. Я на 11-м ушел в стартовой локации. А, кстати, я же этот взял. Травничество. Вот, сходил, купил. Поэтому у меня одной серебряной не хватает. У нас одинаково денег. Вот, только, блядь, карта какая-то. Нихуя не видно. Больше ее сделать нельзя. Ну, не открыто ничего, ты имеешь в виду, да? Ну, я не... Короче, нету аддонов, которые показывают, типа... Да и похуй, нахуй надо. У руды всю хуйню. Есть аддон, который, типа, только если тебе кто-то скинет. О, я нашел железо. Блять, где-то там вдоль, короче, трава была. Вот. Не, у меня газер есть, но там надо типа собрать, и он тогда отмечает точку, где ты собрал. Ну вот у меня тоже вот эта фигня есть. О, давай пиздим. Шестой левел, смотри, жесткое испытание. Пиздит по 5 уже, нахуй. Может реально, блядь, пиздить. Ох, блядь, кровотечение дал. А нет, этот баф. На тебе, брат. Trench Reduced by 2, Agility by 2. Жестко, нахуй. О! Жестко. О, коды, давай Он завалим. 12-й, он нам пизды даст, ты смотри, блядь. Тоже верно. О, трава! Блядь. Какая-то необычная трава, не могу подобрать. А вот этот волк можно ебануть. 5-го. Два гнева. Лунные, нахуй. И пиздим. Один гнев и лунный. Да, блядь, я хотел поиграть быком совой, нахуй. Мункин? Мункин тоже можно. Мункин. Так, еще волка. На них по-любому какой-то квест есть. А мы их тут истребляем, Ну да, здесь много квестов. Тут вон трава какая-то, бревна я видел. То, ну, типа, они выглядят необычно, что их, скорее всего, подбирать надо будет. Вон какой. О, ебать, там сундук! Вон, видишь? Вон, я звездочку поставил. Вон там рядом сундук. Battle Chest. Чё, попробуем? давай пиздим их. Ну, мы скорее сюда еще вернемся. Ну, похуй. Вдруг еще зеленую шмотку от него. Он по 12 по Ну. мне хуярит. Нихуя. Это кто такой вообще? Хуя. Он 6-го уровня. Так, сейчас мы походу двоих сагрим. О, ебать, он еще и кастер. Хуя себе, блядь. Прикинь, сейчас просто сдохнуть, нахуй. Ебать. Да по одному пиздить их. Это тоже с маной, поди, тоже кастер. О, да, кастует. Так, подожди, я хильнусь лучше. А, нет, наложение ебану. А, только одно можно, блин. На него резист. О, сундук рядом. В принципе, дамажметр мне нахуя. Пуф на его, блядь. А чё он, блядь, такой живучий? Он на себя хилку повесил, он отхиливается. Дерзкий, нахуй. Клоч. Ленин клоч, я утонул. А, понял. О, вот это, кстати, не продавай, потом пригодится. Бинты хуяли. Ну, тоже, кстати, как вариант. Я там посмотрел, там ебать у жрецов, ты знал, что в классике, оказывается, в зависимости от класса, у них еще свои обилки. Я лутаю, ебать. Ладно, похуй, лутай, я дефаю.
Зеленый став, нахуй. О, зеленый став. Сейчас я Хорош. жестким стану. Я сейчас посмотрю, что за статы на нем. Там выносливость. Но это на танка, нахуй, нормально. Ну да, А, ну нет, все, это это на левая левую рука. руку. Это левая рука, блядь, кринж. Ну похуй, одна ручку найдешь и все, заебись. Плюс Кучка один какая-то. хп. Да ты сейчас кожевничество найдешь, там вот эти накладки, они по одной стамине дают. Это, походу, тебе надо будет эту, как она называется, вот эту левую руку. Че, А пошли в мне это зачем? поселение? Ну ты, может, какую-то Так ты тоже одноручку. можешь одноручку таскать. Мне кажется, дамага больше от стафа будет. Ну, в плане медведя. Ну так-то да. Там же умножается что-то. Ну, ты двойной урон наносишь в форме медведя и кошки. Уже разграблено, нахуй. Награду, ебать. Там, если подходишь кому-то, хочешь типа поговорить и отходишь резко, то там пишет, короче, этот персонаж ненавидит вас, что-то такое. Так, что там, шестой левел, вот этот страус, нахуй, давай ебанем. Так, мы пятый, сейчас шестой скоро апнем. Надо шестой апать, короче, и чилить по ходу времени, так уже дохуя. Завтра, короче, у меня РТ будет, но оно будет... В принципе, завтра тоже можно часики ебануть. А вот в Окей. среду можно даже два ебануть, я думаю, часика. Так, кто это Окей, готовил? окей. Пиздим. Так, ну мне бахнет нету Я, все-таки. короче, ебать, я продумал все. У меня как раз типа в комнате 4 компьютера, ну, 3 ноутбука, один компьютер. Можно скачать, типа, эта игра пойдет на любом железе. И все, и посадить, короче, еще 3 ДПСеров и заебись. Кого ты садить-то будешь? А вот, ну вот это уже проблема, да, надо найти кого, кто будет кнопки жмакать. Вот 45 опыта тут дают, за то, что я чисто сюда прибежал. Так, Виндбури Талонс. Это, короче, этих. Страусы, нахуй. По-любому. Вон квест дать. Вот тут. Нет, это кто-то другие. Винт фури. Винт, это фури, ну фури, ну, Ну, птицы воздушные фури. какие-нибудь. Да, птицы. Так, вот это что, это сдать? А, это квест. Так, а вот эту хуйню сдать. Или что, бля, не понять. Что тебе надо, блядь? А, вот. Я хуйню сдал. А вот квест. Вот, А чё? давай сюда тут. А чё надо, нахуй? Чё он, блядь? Чё? Да у меня какая-то... Sharing the land Ты на появилась. квесты просто наводишься в центре, у тебя ошибка выдает. И что Удаляй делать? вот этот аддон, который квесты тебе дает. И вот PF-квест просто скачай. Я тебе даже файлы скинул, которые скачать. Вот тут еще квест дать можно. И О, домом можно, короче, подожди, а вот сделать. это серебряный квест, это типа он нам недоступен еще, что ли? А, подожди. Да. Расскажи мне сказку, это не то, да? Не надо. Серые квесты, это значит, что еще не можем. Еще качаться, да? Так. Да, сейв поставь. Ой, сейф. Ну что это сделает меня своим домом? Где? У этого типа? Вот, к нему подойди. Вот, сделать этот постоянный двор своим домом. Ага. Все, чтобы камень был тут. Так, давай, стой, давай я удалю эту хуйню. Вот я вышел с игры. Так. Квест. Короче, его удаляй. Так, а И ты мне скинь где еще раз? я тебе в Дискорде скинул PF Quest Turtle и PF Quest Full. Сначала Full, потом Turtle скидываешь. Так, сейчас я, Вот. блядь, его уберу. Ой, блядь. Так, где эта хуйня? Квести, блядь. Ёбаный рот. Пик ее, а, должно быть тут, нахуй, а чё, сука? Сортировка, имя. Ёбаный рот. А я что-то не вижу квести. Что-то не могу понять. Нажми на имя и в алфавитном порядке просто. Не, я уже это самое, что-то...
Нет, у тебя не в алфавитном порядке. Или, а, ну хуй его знает. Значит, сам внизу, вон К. Крафти. А, ну там кости. А, хуй его знает. А, Вот, вон. вот квестиру, вот этот пидорас. Убираем нахуй. Липс там какие-то библиотеки для русской хуйни. Ладно, пускай будет. Так, где ты говоришь, в DC ты скидывал? Да, я тебе в личку скидывал. Вон сверху. Так. Еще выше. Еще выше. Так. Вон, PF Quest Turtle и PF Quest Full. Вот их обоих. Ебаный нахуй, сука, браузер. Пошел ты, блядь, в жопу. Так. Открыть. Нагрузки. Так. Черепаха вов нахуй. Донс ставить. Ну, сука, сейчас будут у меня охуенные, блядь, квесты. Да. Только там, возможно, он некоторые квесты твои не засчитает, которые ты уже сделал. Тебе надо будет там типа Shift левой кнопкой мыши нажимать, что типа ты их уже выполнил. Сейчас позырим, ну-ка. Так, Луна Фреймс отключил. Вон PF квест у тебя он включен. Русский интерфейс. Короче, ладно. Блять, еще окно нахуй запускается так. Неполное, блять. Там, кстати, в ОБС-ке можно сделать захват игры. Да я знаю, да я ебал захват игры это. Захват экрана сделал. Да, да и заебись. Мне так надо. Не хочу, блин, захват игры делать. Нахуй ебаться, если уже все сразу, блин, Да я не записываешь. знаю, тут две кнопки. Да похуй. О, Вот. шо это Все, тут? вот, выбирай. Вот этот вариант второй, вот он самый заебись. Он показывает и маркеры, где может заспавниться, и маркеры, куда тебе прийти. Все, он safe and Так, close. safe and close нажимать, да? Да. Так. И все, вот. У тебя вот есть полоска, которая показывает до ближайшего квеста, типа, ну, вот, который ты взял. Если ты откроешь карту, то у тебя тоже, типа, квесты показываются. Ага. О, вот это заебись, нахуй. Вот это в натуре. Еба. Вот это нормальная тема, блядь. Да. Вот это квесты, это... А вот это что это такое? Это мы что-то пропустили в начале? Там квесты, там на горе, там нужно типа вверх подняться было. Ну да, мы их пропустили, потому что там уровень, короче, 7 и 8 написан. Так А, чё? 7 и 10. Мы их не можем взять. Вот Видишь, написано level. требуется пятый. А, да, Тут требуется. пятый, но седьмой, типа. Тут вообще первый требуется. А task unfinished. Надо сходить, будет позырить. Вот. Чё, мы все или что еще? Ну, я думаю, шестой можно апнуть. Смотри, сколько у тебя. У меня одна полоска. У тебя сколько там? А эту хуйню как закрыть, нахуй? Shift или что там? А вот Shift двигается. Стрелочка, которая. Ну, я понял. Где ты там, дай пати? Не, ну так заебись, хоть квесты видно. Ну-ка, а как метки вешать, нахуй? А ты можешь метки вешать? Я не могу метки вешать. Да, ну, походу только лидер может. Так, надо вот эту хуйню всю поздавать. И повзять все квесты надо. Ну, мне кажется, вот это сдам. У тебя сколько там опыта? У меня 2 670. У меня 2682. Так, я взял какой-то квест. Вот этот надо взять. Тут где-то был тренер кожевничества. Да, надо найти. Он вот в большой палатке, короче.
кожевничество и шкуры еще надо. И шкура дёр, да. Нет, это шаман, друид, тренер. Так, ну-ка. Он что-то хочет дать квест. Ты взял все квесты? Да, я все квесты беру. Так, ну здесь можно отучиться к этим. Вон еще какой-то квест, блядь. Да. Я что-то не могу понять, в какой стране он. А, вот. Вот он, вот он. Мул Хандерморн. Хандерхорн. Так-то нихуя, так, оказывается, воин, тренер. Кустов, блядь. Вон еще Бейкер. Кусты какие-то. Ебать, тут хуйни появилось сколько. Вся карта в хуйне. Ну а, да. Это вон на дороге какой-то квест. А подожди, вот еще. А у меня карта не проворачивается. Тут везде. Ты можно, кстати, наводишь на квест, и тебе показывают, типа, от какого это квест, и типа другие так заглушаются. Вот, смотри, тут квесты брал, вот тут у дороги. Я все взял. Вот. Стоит это, вернись вот сюда, вот здесь вот я нашел место, где можно взять кожевничество. Сейчас, подожди, я подбегу. Тут вот какая-то хуйня. А что тут, я не могу понять. Тут типа квест, но тут никого. А, нет, я не взял эту хуйню. А тут никого нету, а что, как брать-то, блин? Morning Soul Staker. Он, короче, ходит по тропинке, тебе нужно будет его встретить. Это караван. А вон он идет, смотри. Вот. Сейчас я с ним попизжу. Ладно. Так, я взял какой-то квест. Со мной поделишься? А как его делить? Ну, журнал квестов. И вот, который он дал тебе. Ну, можно зебру. А, блядь, он ты еще подойти ко мне должен. Ладно, похуй, я сам уже это возьму. Так, а где ты говоришь эти? Ты там метку учил? Я на карте. А, я понял. Ну, он прямо просто иди. Он большое здание такое. Я думаю, пару мобов ебануть. И будет это. Левел. Барахло продать потом. Вот, типа, кожевник и этот шкуродер. Так, арморер, так. Вот-вот, передо мной. Кок. Кук. А, это кук, не кок. Научи меня. Что это, кто? Скиннер, да? Научи меня. Хорош. Я скиннер теперь. Так. Тебе еще нож нужно будет купить. Не забывай. О, кук. Опа, ебать, теперь я кок. А где нож взять? Нож купить где? Не знаю. Нет, нету. Трейд гадс. Вот, вот у него можно взять. Вон, скиннинг найф. Угу. Хорош. Все, скиннинг. Так. Эту хуйню все продать. Болт оф линин клоч надо? Ты какую в проф взял? Вот все, что связано с тканью, можешь мне передать, я потом это используем. Так, ой, блядь, мышка не работает. Все хорош. Так. А вот эту хуйню стринги вольф мед жесткое жилистое мясо или как? Rabbit food. Ну, вот это мясо, но это если ты будешь этот кулинарию делать. Ну давай, я могу сделать кулинарию типа. Если тебе не надо, приму в дар. Да так-то можно сделать. Надо, мне кажется, все делать. Вот эту палку продать, эту однистамин, нахуй нужна, блядь. Она 4 серебра стоит. Если она тебе не нужна, я тоже ее могу забрать, в принципе. Плохо. Я ее распылю. Потом. Ты будешь как эти? По-моему, зачарования тут нету. Или есть? Нет, есть энчант. А какие ты профи будешь? Я взял алхимию и травничество, но вот значит. Юля будет качать, получается, портяжное и наложение чар. А, ну, они, значит. Типа, обе быстро качаются, если вместе взять. Так, ну мы все квесты взяли, пусть кого-нибудь ебанем, блядь. 6-й левел ап, на мобилке выучим.
Чтобы уже можно было пожестче, блядь, Бля, хуярить. ебать, тут нахуй хуй его знает, куда идти вот с такими квест-хелперами. В натуре. Все, блядь, в какой-то хуйне. Кого-нибудь отпиздим сейчас. Так, о, базе камфайр. Ага, ебать, чтобы камфайр сделать, нужно флинт и тайндер. Главное, чтобы нам все пизды и, не дали. И дерево нужно, чтобы, блядь, костер сделать. Ёпала. Шо, блядь, где кого-нибудь отпиздить можно? Не знаю. Вон травка какая-то. Вон там квест какой-то на той стороне озера. Да. Тут кого-нибудь найдем, блядь, по пути. Пиздить. А, Morin Soul The Ravengent Caravan. Можешь мне вот этим квестом поделиться? Сейчас позырю. Вот, вот, самый последний, да, вот этот. Шарик квест. Поделился? Да, все, спасибо. Это который у челика я взял. Да. Вот там 9-й уровень. О, я вижу 9-й уровень. Не, ну пизды даст, мне кажется. 8-й уровень. Ты меня куда-то не туда ведешь. Нам. Так, ну, квест вон, где-то. Тут квест где-то. А, вон, 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 вон. Видишь, трава растет. Сириус Лиф. Сириус Лиф? Да. А, Акуриус Лиф. Согласен. А что ему надо? Хуй как думаешь, знает. Мы отпиздим этого волка ебаного? Да, конечно. Ну-ка. А если мы сейчас сдохнем, блядь? Ну, видно, не судьба, видно, не судьба. Смотри, чё. Опа, нахуй, стан. Хуярит, танчу, танчу, здраво. Брат. Мана кончилась, нахуй. Так, опа. Бля, я, короче, кайчу. Я... О, ебать, не кайчу. Ты не поворачивайся спиной. Замедло дал, ебать, все. Ну нахуй, давай, короче, вот в начало локации пойдем. Там как раз мобы были нашего уровня. На туре, блядь. Чуть не отпиздили, меня чуть не отпиздили, пиздец. Кринж, нахуй. Вот. Отсюда, короче. Да, съебываем. Вон, о, можно квест сдать. На той стороне. А на той озера. Стороне тоже квест можно сдать. Го сюда. Блять, в воду сейчас полезем, а там акула. Да какая там акула? Тоже 8-й левел. Тут что-то мобы жесткие, надо на туре. Их-то слабенькие. Ну мы рано-рано сюда пошли. Тут, в принципе, написано левел мобов, типа 7-й, 8-й, 8-й, 9-й. А вот, вот в начале, вот где мы только пришли, там как раз мобы типа 5-й, 6-й. И вот, помнишь, мы там залутали, вот где сундучок, там тоже вот квест есть. Там нужно 10 штук что-то собрать. Вот там моб какой-то 6-й левел как раз для нас. О! Ну тут нету квестов. Просто моб что ли. Нет, тут какой-то что-то есть. Какой-то ну там да, там сдать можно. Это вот караван, который, помнишь, ты вот нашел. Так. О, нет. О, ебать, 8-й уровень. Вон там гоблин, короче, охраняет квестовый там. А, вот этого пока отпиздим, это 7-й. О, почти 8-й. Ой, 6-й уровень. Хуя, он хуярит. Быстрее, 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 пизди было. Все хорош. Так, давай вон того левого, короче, гоблина убьем, вон 6-го уровня, а потом 8-го уровня. Мне кажется, 8-й нас отпиздит. Так мы сейчас 6-го уровня будем. А, ну да, если я... А, я походу уже апнулся. Ты уже апнулся, а я сейчас апнусь. Мне вот последнего моба. О. Все. Все, теперь он желтенький, можно отпиздить. Там как раз квестовый айтем и бардер чест. Бардер чест. Ебать мой английский. Хуярь, хуярь, спам. Стан, уебал. О, все, все, уебали нахуй. Ну вот сразу желтеньким стал и это... Не представляет угрозы. Замесили так, гоблин. В этот раз я сундук, ебать, ворую. И отдаешь мне, что там есть. Я ж тебе палку. Ага. Что там? Так. Кисти рук на 22 брони. Ой, это... Камень. И все. Пизди, маба. Где? Вот я хуй. Ой, ебать. О, там еще один сундук. Что там, блин?
Краду, краду, краду. Тут 8-й левел моб стоит. Что там есть, что на меню? Блять, сыр! Тут, походу, кто-то залутал и это не стал все собирать. Да, вот этого отпиздим еще. Дай ему стан. Я, кстати, одноручку нашел, которая больше дамазит, чем Thunderstaff. Давай, давай, давай. Опа, хорош. Так, тут, короче, какой-то квестовый предмет. Ты видишь? А, вот, вот, нашел, нашел. Коробка. Где? Вот передо мной. А-а-а. Ну, я сейчас ее, так понимаю, подберу, она пропадет. Нет? Нет. А, ну просто ей квест даешь, она типа как это. Ну все, я предлагаю тэпаемся, сдаем квесты и все. Ага. Зря так ты, пацан. Мы прям стоим, вдруг, если бы сейчас мобы резнулись, нахуй меня просто отпиздили бы тут. Ну, тоже вариант. Тоже вариант. Но тут, когда на месте стоишь, они на тебя не агрятся. Так, квесты сдавать, да? У нас какие квесты? Два завершенных, да? О, новый квест появился. Надо mm-hmm. еще обилки выучить. Да, новые обилки еще появились. Вот как раз друид-тренер там дальше. Можно корни, короче, гнев второго уровня. И все. Не, корни, корни это и гнев. Лютая тема. Ну, конечно, ебать. Квесты сыпятся вообще, жесть. Корни... Шипы, ну, я шип, наебал. Это шипы. Я наебал, да. Да, это шипы, я ошибся. Ошибся. На себя. Тоже заебись. Шипы ебанули себя. А так, а гнев у меня первого уровня. Надо первый поставить, да? Я поставил? Я поставил. 35 маны теперь дороже стоит. Спасибо. Че? Да там тип какой-то мне дал. Go, you need banks. Как ему сказать спасибо? To? Thanks? Thanks. Как... Thank да thanks. Нет, они как-то по-другому пишут. To. THKS. Наверное, так. Ну, сокращенно, типа. Шо, этому типу надо квест сдать. Adult. Point strength. Ты идешь, не? Что-то там. Так, мне сумку дали. Сейчас, подожди. Где я? Квест сдать, да? Все, бегу. Тут по дороге ходит челик этот. На тот раз он оттуда шел. Где он ходит? Шипы. 3-3 урона наносит. Нормально. А, ну ты не знаешь. Так. Ты видишь этого типа? Нет. Я не вижу. Что, блядь? Ну, он по дороге оттуда шел. Вон он идет. Так, ну-ка я себе бафну, блядь. Че, шипы? 10 минут, нормально. Ты че там уже щит носишь, ебань? А, это откуда не у меня ты. Щит? Это не ты, это Трорн этот бежит, ебань. Впереди, я думаю, это ты, блядь. Это Вар, наверное. Да, варьер. Друид не может щит таскать. Ну там вар, варбык. Я понял. Так. А где воспитатель? Блять, еще обход должен быть. Ну вот, мне надо сейчас это фаст трай. Сейчас надо еще убраться в комнате. В комнате, пиздец. Опа, все, сдаем квест. И два квеста там еще берешь. Опа, волк напал. 8-й левел. Да. У ворот. Спину надо его пиздить. 145 маны. Ебать маны привалило. Опа, все. Кожа нахуй. Хорош. Че, пошли, блядь, всё. В город нахуй и все. Тогда в таверну надо зайти, раз уж в город идем. Тут, если в таверне или в городе отдыхаешь, у тебя опыт накапливается. Стрепись. И там типа 200% за убийство мобов. Это получается X1 будет. Мобы.
Нормально, то, что надо. Так, ладно, я пока иду прямо. Куда прямо? Сейчас. А что вот это синий? А, вот этот квест, который взяли мы. Рабочий, блядь. Это где мы пиздили? А, нет, это не то. Вот, я пошел за тобой, и я как раз пока приберусь. Меня до таверны. Тут брали? Все, короче. А? У инкипера этого. Нихуя ты разлегся, ебать. Ну-ка, я тоже в гамак. Подлег. Сейчас, погоди, блин. Где там? Слип. Ну, будьте. Слип, нахуй. Просто бычара, нахуй, улегся. Все, хорош. Ладно, тогда до завтра. Пиши, ага. Как будешь. Все. Ебать, сел такой. Кринж. А, ну это я просто из игры вышел. Ладно, все тогда.